На Земле у нас есть все, что нужно для жизни. Воздух, которым мы дышим, пища и вода. Поразительно, сколько труда было вложено в создание системы жизнеобеспечения в космосе. На борту Международной космической станции астронавты из самых разных стран изучают удивительные явления нашего мира. И это уникально. Глядя на мир их глазами, мы можем лучше оценить наше влияние на окружающую среду и увидеть, каких результатов могут добиться люди, когда они работают вместе. Прибытие на станцию, наверное, было самым счастливым моментом в моей жизни. Рада видеть. Добрались не без приключений. Когда смотришь на Землю из космоса, понимаешь, что мы должны считать себя скорее членами ее экипажа, а не пассажирами. Hello, world. It's nice to meet you. I've been waiting for this moment to come. Больше всего мне нравится смотреть издалека на родную планету. Особенно по ночам. Города такие искрящиеся, живые, такие яркие. Аж дух захватывает от такой красоты. IMAX совместно с НАСА приглашают вас отправиться на борту Международной космической станции в невероятное путешествие. Мы живем в необъятной вселенной. В ней множество звезд, множество планет, но Земля уникальна. Мы узнаем, какие трудности нас поджидают. И что мы можем изменить ради нашего будущего. Самое главное – это понять, какие законы движут миром природы и расширить наши собственные возможности. Возможности человека в этом мире. Прекрасная планета. Только в кинотеатрах IMAX и IMAX 3D. Текст читает Ксения Рапопорт.